И сейчас я хочу предоставить слово Надин Айша Махарани. Это представитель у нас Королевского Нидерландского института исследований Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна, Жакарта, Индонезия. Она представит свою презентацию, совместную работу со своими коллегами Уина Эрвина и Андре Янто, которые работают в Департаменте библиотечных и информационных наук университета. Презентация называется «Составление аннотированного списка литературы традиционной медицины в Западной Яве, Индонезия». Аиша, are you here? Yeah. Good morning, everyone. First of all, let me introduce myself as an author, Nadin Aisha Maharani, then my first co-author, Ms. Wina Erwina, and my second co-author, Mr. Andrianto. Today, I will share my presentation about design an annotated bibliography of traditional medicine in West Java, Indonesia. Прежде всего, разрешите представиться. Меня зовут Алса Махарани Надин, и сегодняшняя презентация – это составление списка библиографий, посвященной традиционной медицине в районе, на территории Западной Явы в Индонезии. The existence of traditional medicine, especially in the province of West Java, Indonesia, has been recognized and has been used by the general public, one of which is in terms of traditional medicine. Само существование традиционной медицины, особенно в провинции Западная Ява в Индонезии, уже признано и используется общественностью, в том числе в традиционной медицине. West Java is one of the largest provinces in Indonesia, which has many medicinal plants. The purpose of this study is to create an information package that stores various sources of information related to traditional medicine in West Java by designing an annotated bibliography of traditional medicine in West Java using the action research method. Ну, как вы знаете, Западная Ява – одна из самых больших провинций в Индонезии, в которой произрастает много полезных медицинских растений. А цель настоящего исследования – это создать информационную программу или информационный метод, который объединил бы многочисленные источники информации, относящиеся к традиционной медицине на Западной Яве, и созданием аннотированного списка литературы по традиционной медицине. The states of action research used are planning, action, evaluation, reflection, and the process of publishing book products. The results obtained are the states of action in accordance with the states of the plan, so that the annotated bibliographic manuscript can be printed as a book that can be tested by experts with a questionnaire containing suggestions. Шаги исследования предполагают планирование само исследование, оценка, обсуждение итогов и процесс публикации в виде книги. Результаты, о которых я сегодня рассказываю, представляют собой ступени плана, для того, целью которого является создание сначала рукописи аннотированной библиографии, которая впоследствии будет напечатана как книга, которую будут исследовать эксперты, оценивать эксперты, и также используя опросник с различными предположениями. After being tested and corrected, the contents of the book were then tested publicly with a background in health science, information science, and libraries, as well as people who use traditional medicine in West Java using a questionnaire containing an assessment. The results of the public test are above 89%, which means the book product is feasible and can be published as an annotated bibliographic book related to traditional medicine. После того, как содержание книги было проанализировано и исправлено, было предпринято публичное обсуждение этой книги,
с библиотекарями, специалистами по медицине и по информационным технологиям, а также было мнение людей, которые занимаются традиционной медициной на Западной Яве. Результаты общественного тестирования более 89%, что говорит о том, что книга целиком работоспособна и можно ее издавать как аннотированную библиографию, библиографический источник, посвященный традиционной медицине. The existence of traditional medicine, especially in the province of West Java, Indonesia, has been recognized and has been used by the general public, one of which is in terms of traditional medicine. West Java is one of the largest province in Indonesia, which has many medicinal plants. Итак, напомню, что существование традиционной медицины, особенно в провинции Западная Ява, Индонезия, уже признано общественностью, в том числе и с точки зрения традиционной медицины. Западная Ява, я вам напомню, это одна из самых больших провинций Индонезии, в которой произрастает много полезных растений. Designing an annotated bibliography of traditional medicine in West Java using the action research method. The states of action research used are planning, action, evaluation, reflection, and the process of publishing book products. Итак, методология исследования. Разработать аннотированный список литературы по традиционной медицине на Западной Яве, используя специальный метод исследования. И шаги моего исследования предполагают планирование, само исследование, оценка, обсуждение результатов, а также процесс подготовки публикации книги. And the result and discussion. The results obtained are the states of action in accordance with the states of the plan so that the annotated bibliographic manuscript can be printed as a book that can be tested by experts with a questionnaire containing suggestions. Результаты, которые собраны на этапах исследования в соответствии, естественно, с планом. Цель этого результата – это создать сначала рукопись, которую потом можно будет напечатать как книгу, которую потом проверят эксперты путем заполнения специальных опросов. After being tested and corrected, the contents of the book were then tested publicly with a background in health science, information science, and libraries, as well as people who use traditional medicine in West Java using a questionnaire containing an assessment. The results of the public test are above 89%, which means the book product is feasible and can be published as an annotated bibliographic book related to traditional medicine. Итак, после того, как содержание книги было обсуждено и проверено экспертами, можно было, она была напечатана, и книгу потом обсуждали широкой публикой, в том числе представители библиотек, представители медицинских кругов и информационных технологий. Также обсуждалось это специалистами, которые занимаются традиционной медициной путем заполнения специального опросника. Результаты общественного обсуждения более 89%, что подтверждает, что книга реально существует, она полезна, ее можно напечатать как аннотированную библиографию, посвященную традиционной медицине. This is one of a plant that has functions as a medicinal plant. This is eight of benefits of aloe vera. First, source of vitamins and minerals and amino, healthy hair, remove acne scars, natural sunscreen, make hair more shiny, moisturizing lips, increase lip thickness, repair chapped lip. Традиционные растения, например, алоэ. Алоэ знаменито тем, что это является источником витаминов и минералов, аминокислот, способствует улучшению волос, способствует заживлению прыщевой сыпи, является натуральным средством против солнечного освещения. Ваши волосы становятся более блестящие, у вас
ваши губы становятся влажными, и потрескавшиеся губы исправляются. And this is the cover of my book, annotated bibliography of traditional medicine in West Java. А вот образец нашей книги, посвященной традиционной медицине на Западной Яве. Thank you for your attention. Thank you very much. Спасибо большое за выступление. Очень было интересно. Спасибо, Надим.